бывший француз. Но это Александр Хорошилов, друзья. И вы видите надпись на экране «Победитель соревнований 15-го года на этой трассе». Александр Хорошилов, потом в 16-м, в 17-м был третьим два раза подряд, потом два достаточно неудачных сезона, и вот сезон новый. Сверху неплохой темп. Близко, надо ближе, ближе. Держит темп. Маленький такой сбойчик, но ничего страшного. Надо вот додержать темп до финиша. Я напомню, разрывы сегодня могут быть большими. По месту Александр очень хорошо работает. Да. Ну, концовочка, да, согласитесь. Вот концовочка была похуже. 1.61 – это девятый результат. 1.61 – это одинаково с Матом, кстати. Абсолютно одинаковый результат. Майкл Мат и Александр Хорошилов. Замыкают они сейчас десятку. Но усложнил себе задачу Хорошилов. Немножко за, я имею в виду, подиум. Конечно, подиум. Ну, а с другой стороны, расклады могут быть абсолютно разные, друзья. Слалом столько спортсменов примерно равного уровня, это, конечно, вот единственный у нас...